Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Коллектив Национального центра мастацкой творчести детей и молоди отримал специальную премию президента, якая присуджается деячам культуры и мастацтва за захаванне і развіццё нацыянальных традыцый, сучасных накірункаў мастацкай творчасці, значны ўклад у выхаванне дзяцей і моладзі. Сёння ў нашай студыі супрацоўнікі цэнтра, намеснік дырэктара Кацярына Кузьменка і мастацкі кіраўнік Надзея Коршунова. Прэмія – это, конечно, прыятнае событие. Конечно, очень большая история у центра. 85 лет в этом году отмечается, поэтому, ну, это, наверное, награда за очень много хороших дел, которые сделали вы за, ну, на протяжении и своей творческой, да, жизни педагогической. Наверное, стоит, наверное, отметить и замечательных наших преподавателей, педагогов, которые учили детей понимать искусство, учили создавать что-то новое. Да, конечно, вы уже, наверное, и очень хорошо ответили на этот вопрос. Конечно же, для нас, для коллектива Национального центра, и не только для нашего коллектива, но, я думаю, для всей системы учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая объединяет огромное количество детей, педагогов, учреждений художественного профиля, я думаю, что это важное событие, потому что впервые такая награда очень высокая. Конечно же, очень приятно, что это было известие накануне Нового года. Это тоже очень было как бы знаково. Ну, а то, что нашему учреждению в этом году будет исполниться 85 лет, это очень большая дата. И с 1936 года наш национальный центр, до этого он имел другое название, это был Дворец пионеров и школьников и еще ряд названий. Как находился на улице Кирова, 16, так и сегодня это здание, где с удовольствием, с огромным пользой для себя, для своего творческого развития ходят дети, молодежь, огромное количество коллективов, о которых вот наш художественный руководитель Надежда расскажет, но тем не менее... Это заслуга, естественно, еще раз говорю, не только нашего коллектива сегодняшнего, современного, но и всех тех, кто работал до этого учреждения, кто развивал творчество детей и молодежи, кто поддерживал, кто профессионально ориентировал всех на выбор того или иного вида деятельности. Поэтому говорить можно много, потому что 85 лет – это... большая дата. И каждый... то, что символически, что вот такую награду мы получили в преддверии этой даты, которую ожидает наш Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Все, кто бывал в детстве в театре юного зрителя, побывали в вашем здании. Потому что это, в общем-то, одно прекрасное здание в самом центре Минска. Вот. Кому-то действительно повезло у вас заниматься. Расскажите, чему учат в Национальном центре художественного творчества? Ну, на данный момент в нашем центре работает 170 творческих объединений. Это более 3000 учащихся. 16 коллективов имеют звание образцовый, народный и заслуженный. У нас работают самые замечательные педагоги страны. Это и заслуженные педагоги, и замечательные молодые педагоги. Также хочется отметить, что в этом году, в прошлом году у нас было еще такое знаковое событие. Наш руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Белая Русь» Анатолий Леонидович Карпович, знаменитый наш такой хореограф, получил медаль Франциско Скорины, тоже в преддверии Нового года. Учим мы... танцевать, петь, рисовать, заниматься декоративно-прикладным творчеством, учим играть на различных инструментах, также мы учим интеллектуальным играм, а вообще учим любить творчество, любить искусство. Ну, вот вы правы, что не только учите петь, танцевать и рисовать, но и понимать искусство. И учите каким-то образом выражать себя, потому что художник — это ведь не только тот, кто умеет рисовать и знает теорию, но это человек,
у которого особое отношение к миру, который создает образы, который хочет, ну, каким-то вот этим особым языком искусства высказать свое отношение. Но ведь средств выражения может быть очень много, вы уже их перечислили. Согласна. Да, вы абсолютно правы. Да. Арт-студио. Арт-студио. У нас есть замечательные, скажем, и самобытные коллективы, и народные коллективы, и современные, и даже такие экспериментальные коллективы. А также мы являемся организаторами многочисленных республиканских и международных мероприятий, где не только в своем учреждении, а, скажем так, более расширяя границы, мы опять же учим, наверное, или помогаем любить, понимать и выражать себя в творчестве и искусстве. Вы знаете, я встречал многих людей, которые говорят, что не понимают искусства и не скрывают этого. Особенно это проявляется в отношении к современному искусству. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, наверное, современное искусство — это все-таки искусство ощущения, да, наверное, если разбираться в таких каких-то тенденциях современного искусства, понимать его очень сложно, его нужно чувствовать, возможно, поэтому, возможно, для того, чтобы понимать современное искусство, нужно знать какие-то основы и историю искусства, может быть, поэтому, это такой, знаете, это как иностранный философский язык. Если вопрос. Ты его не знаешь, то ты, естественно, будешь слышать только набор звуков, сможешь общаться. Ну, вы знаете, вот, например, сейчас современное такое направление контемп, да, современная хореография, это хореография ощущения, да, то есть ты можешь не понимать, но чувствовать, что происходит, выражая свое внутреннее ощущение, ну, так говорят хореографы, которые вот танцуют в этом направлении. А у вас современное искусство в какой степени преподается и чем вы можете заинтересовать? Ну, наравне с традиционными видами. У нас есть театр современной хореографии, где как раз вот основа — это контемп, это вок, это стрит-дэнс, такие современные направления в хореографии. Также у нас есть такая знаменитая, наверное, даже на всю страну студия «Остров», арт-студия «Остров», где современное, так скажем, видение изобразительного искусства. Также у нас наши вокальные коллективы работают в таких экспериментальных направлениях вокальных, как преподавая там вокальную йогу, экспериментальный вокал, у них есть такие направления, ну, скажем, они ведут. Несколько ансамблей современных хореографий, вот образцовый, вдохновение, это ну, тоже наверное, ансамбль хореографический. Ну, наверное, нужно добавить про такое направление, как мода, да, и да, которое, да. Ну, это вы, да, да. Как-то, да. Также у нас всё-таки существует подиум школа Fashion Style, уже тоже достаточно много лет, уже около 15 лет, это, скажем, такое направление мода, фэшн, да, то есть искусство дефиле, искусство позирования, также дизайн и крой одежды. У нас такой существует проект, называется Республиканский фестиваль фото, моды и фото, мельница моды. Вот когда мы говорим средства выражения, да, то это может быть и глина, и пластмасса, и бумага, и холст с красками, это может быть и слово, и тело, и танец, да. Все что угодно, да? Звонки уже поступают, они очень интересные, конечно, очень много поздравительных звонков. Ну вот, спасибо. Да, за это спасибо. Нужно было, наверное, в самом начале поблагодарить всех за поздравления, потому что очень много получили поздравления коллег из всех областей. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. И очень много поздравлений от международных наших партнеров, тех стран, с которыми мы активно сотрудничаем. Вы знаете, что Ивановна, очень да, приятно. Да. Вот позвонила Татьяна Ивановна, наш постоянный слушатель, она говорит, что она назвала Дворец пионеров, конечно, прежде всего. Она говорит, я занималась там занималась моя дочь, а сейчас туда ходят внуки. То есть 85 лет, ни одно поколение, как говорится, прошло через ваши двери, ступеньки, ваши кружки. Это очень-очень здорово. Ну, это действительно, вот это поздравление, это спасибо, оно дорогого стоит. Ну, я думаю, что когда в этом году мы будем отмечать 85 лет, то за нас порадуются и все те, ну, ветераны, которые труда, которые работали у нас в учреждении, и которые уже сегодня поздравляют, и которых мы пригласим на эти мероприятия. Поэтому еще раз, в самом начале я сказала, что это заслуга ни одного поколения, и не только нас. Это целая традиция, система,
в работе. Ну и, конечно, я, как всегда, говорю об этом, что мы сохраняем все традиции. И вот новое направление сегодня в различных видах творческой деятельности, не только. Но и стремимся с традициями, идем вперед и в будущее, да. Это, конечно, очень важно. Вот этот статус национального центра, он подчеркивает, что ну, это все-таки особое учреждение. И, наверное, к вам хотят, стремятся попасть, приезжают. И из всего Минска, и, может быть, даже из каких-то других городов. Ну, может быть, не каждый день, да, чтобы посещать занятия, но и какие-то фестивали, конкурсы, которые у вас на базе вашего центра проводятся. Конечно, это мы, национальный центр, конечно, статус национальный ко многому обязывает. Ну, в первую очередь, потому что мы ведущее республиканское учреждение системы дополнительного образования в художественном направлении, в художественном профиле. Мы курируем деятельность 278 учреждений дополнительного образования республики, в которых вот сегодня более 350 тысяч детей занимается в других областях и в других регионах, и более 14 тысяч педагогов. Конечно, кроме того, что наши минские дети, которые приходят к нам заниматься в те или иные творческие объединения, это одна составляющая, да. Это внутренний наш такой процесс, который идет. Но мы, конечно, являемся такой базовой творческой площадкой для республики по всем видам творчества. Вот об этом Надежда Ивановна сказала. Хореография, вокал, хоровая музыка, инструментальная музыка, театры, изобразительное, декоративное, прикладное творчество – и наши коллективы являются образцами для педагогов республики в том или ином направлении. Поэтому стремятся или нет попасть, конечно же, мы с этой целью для того, чтобы поделиться опытом в том или ином направлении, у нас огромное количество конкурсов, фестивалей, выставок, мастер-классов, творческих лабораторий, творческих мастерских. Мы являемся авторами инновационного проекта, который охватывает все виды творчества. Поэтому, ну и международный статус, конечно же, обязывает нас держать эту уровень и марку. Как научить ребенка любить искусство, любить творчество? Не только восхищаться, да, но и понимать, и самому что-то создавать. И вот в каком возрасте нужно это делать? А вот наши слушатели буквально ответили вот на Дмитриева вопрос. Они говорят, с детства. И спасибо вот таким центрам, куда можно привести ребенка с малых лет, если ну, родители не могут сами где-то должным образом в объеме дать это воспитание. Это говорят большое спасибо именно нашему государству, в котором сохранены такие центры, где можно с детских лет любить, научить детей любить, доброе, вечное, приобщиться к культуре, к искусству. Это действительно большое достояние нашего общества. Ну вот спасибо, вы хорошо сказали. Спасибо, да. Ну вот Надежда Ивановна, наверное, еще добавит про коллективы. Но я просто хочу сказать, что если вот брать 85 лет центру нашему, то, конечно же, вот этот возрастной, как это сказать, ценз детей, которые к нам приходят, он вообще скоро, наверное, будет снижаться до, не знаю, одного года, да? Потому что как только центр создавался, то в основном это были школьники уже, дети, которые, ну, если так можно сказать, сами могли ходить. И это один возраст. А сейчас молодые родители настолько хотят, чтобы дети развивались творчески. Поэтому, конечно же, мы уже, не знаю, с трех лет у нас, да? С трех лет ряд творческих объединений, которых занимаются дети, у нас таких достаточно много. Можете добавить, Надежда Ивановна. А вот в три года это какие объединения? Ну, давай. Какие, да, у нас в первую очередь работает школа раннего развития. Затем это ИЗО, изобразительное искусство, да. Это хореография,
Да, то есть можно начинать танцевать тоже с трех лет. Развитие ритма, развитие темпа, растяжка, скажем так, ну, такие азы. Вот. Театр нет. Театр еще немножечко сложнее, такой компаративный вид искусства, все-таки туда чуть-чуть постарше. А вот хореография, ну, изобразительное искусство, декоративно-прикладное, скажем, такое. Не все, конечно, то есть работа с определенными видами. Вот, пожалуйста, да, с большим удовольствием. Ну и школа раннего развития, она предполагает ряд там, да, и учатся и рисовать, и петь, и танцевать, ну и читать, и считать, поэтому такое комплексная подготовка ребят, детей, поэтому такая, ну, востребованная форма среди родителей. Можно сказать, даже комплексное развитие ребенка, да, и физическое развитие тоже, моторика, движение, это же так, грация, это все это помогает развитию физическому, ну и плюс и духовному. Конечно. Ну, здорово. Потом, когда дети уже становятся старше, да, они, конечно, идут вот как это по кругу, да, здесь у них занятия в Зорочке, да, здесь потом он пошел рисовать в Крыничку, ну, расписание так подбирают и родители, и дети, потом еще пойдет играть на каком-то инструменте, поэтому... И так до выпускного класса. Ну, и так до выпускного класса, еще, да. И еще остаются, конечно, остаются, и занимаются, и танцуют, и играют в театре с большим удовольствием, и поют, да, конечно, детей, ну, и молодежи. И молодежи, да, потому что молодежь у нас... до 30 лет и больше, поэтому... Ну, наверное, вот эти вот ребята должны сказать спасибо еще и своим родителям, которые привели все-таки туда, которые вот в детстве купили правильные книги, которые показали, что есть альбомы по искусству, а привели в театр в тот же, да? Кого не родители, ну, тех, ну, может быть, в школе привели, там, впервые в филармонию, в театр, еще куда-то, а... Есть ведь такие, кого родители не привели, кого, ну, может быть, ну, не приобщили, не показали, да, но вот что-то было упущено, что-то прошло мимо. Что делать с такими ребятами? Как их заинтересовать? А вы знаете, вот вы сказали про школу. У нас почти во всех учреждениях среднего образования также работают объединения по интересам. Если родители вдруг не заинтересовали, то обязательно заинтересуют в школе тоже кружки по хореографии, по вокалу, по различным видам изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Так как мы республиканское учреждение, эти ребята со средних школ, то есть со студий, из кружков средних школ участвуют очень успешно в наших республиканских и международных проектах и достигают также высоких вершин. То есть это школьное взаимодействие со школами. Конечно, обязательно. У нас есть взаимодействие со всем дополнительным образованием. Это и учреждения дополнительно, вот такие профильные, как наши, и средние школы, вот, в которых тоже есть. Вот вы назвали ваше учреждение базовое. Наше учреждение... Ну, не то, что базовое. Я говорила о том, что у нас наши творческие коллективы являются образцами и такими базовыми площадками, для показательными, для развития того или иного вида творчества в республике. Давайте, ну, мы еще для узнаем, педагогов. Для узнаем, педагогов какие вопросы задавали слушатели. Да, да. Ну, вот такой очень интересный вопрос, конкретный. Народный театр «Живая планета», красивое название. Жив ли это театр, интересуются слушатели, которые когда-то в нем участвовали? Да, видите, как замечательно. Да, конечно, конечно, театр жив, и театр вот готовил новогодний спектакль, у них была премьера новогоднего спектакля, а сейчас активно готовится к подтверждению звания «Народный». И слушатели очень нашего интересно рассуждают. Они говорят, конечно, родители хотят всесторонне развивать своего чада, вот, но не всегда могут дать, потому что родители все-таки не специалисты в разных областях. И очень важно, что в таких вот центрах, как ваш, работают специалисты с, в общем-то, специальным образованием. Так ли это не интересует? Кроме того, что, в общем, специальное образование, есть ли педагогическое образование? Потому что с детьми надо работать особо. Конечно, это один из как бы критериев, которые... Ну, при приеме на работу. Ну и потом у нас очень много педагогов, которые сами были учащимися в наших кружках. Та же Зорочка, та же хоровые, вокальные. Они занимались потом, закончили университет или Академию музыки, университет культуры, педагогический университет наш со специальным музыкальным или тем или иным профильным образованием. И пришли работать. Ну а так, конечно, естественно, если даже кто-то у нас имеет только образование, ну, университета культуры, то, как правило, это еще есть курсы повышения квалификации, где уже идет педагогическое
педагогическая подготовка, второе образование, ну, чтобы знать педагогику, психологию работы с детьми разного возраста. И еще все-таки настойчиво спрашивают, в какие кружки и секции к вам можно прийти записаться вот прямо сейчас? Ну, прямо сейчас можно приходить, записываться во все любые, да, обязательно. Можно просто зайти на сайт, выбрать, что интересно, позвонить по номеру телефона, проконсультироваться, прийти и записаться. Конечно, мы никогда не отказываем. Даже если в сформированной группе, мы всегда находим возможность принять детей в течение года. А что вот такое самое популярное, куда не так просто попасть? Не так просто попасть. Ну, наверное, «Натхнение», да, у нас есть образцовый ансамбль танца «Натхнение». Обязательно, ну, там есть подготовительная группа, скажем так, они готовят для более старшей группы. Туда не так просто попасть. Вокальные коллективы тоже не так просто попасть, очень много желающих. В «Остров» тоже наш не так. Просто много желающих. Много желающих. Не просто попасть, а много желающих. Видимо, отбор какой-то есть, да? Ну, знаете, что мы, я хочу вас, ну, как это, не совсем. Мы не школа, мы не, не балетная студия, школа. Мы не школа искусств. Ну, там у нас тоже очень высокий уровень, но тем не менее мы принимаем практически всех, потому что мы, одна из задач нашего — развивать творческие способности детей и молодежи. Развивать. Поэтому, ну, наверное, такого нет, чтобы кто-то у нас остался неохваченным. Да. И все желающие мы, ну, удовлетворяем, да, удовлетворяем все желания. То есть у нас нет такого, может быть, хотя еще понятно, что берем всех детей, и задача педагога — развивать эти способности. Но говорят, что каждый ребенок талантлив. Да, конечно. И у каждого как бы есть то или иное способности, которые можно развивать. Поэтому да, главное вовремя их заметить. Заметить, да. У нас даже студия это спортивная аэробика, это достаточно высокий уровень. Да, да. Студии, где мастеров спорта готовят, кандидатов в мастера спорта. Все равно, если приходит маленькая там девочка, смотрит тренер и занимается, и они достигают высоких результатов. Коллеги ваши из других учреждений дополнительного образования, техническое, иные виды творчества, вот говорят, что очень важно, что ребята, которые в детстве посещают какие-то направления по интересам, это может быть основой при выборе будущей профессии. Да, это так. Да. А у вас, в общем-то, какое будущее вы обещаете ребенку, который учится рисовать, допустим? Но это же не значит, что он обязательно будет художником. Нет, не значит, конечно, обязательно, чтобы быть художником. Но кроме этого, есть же другие специальности, которые требуют какой-то подготовки, да, то есть, например, дизайнером может стать, да, то есть, или сейчас, например, там веб-дизайнеры какие-то. То есть, но при этом нужны вот эти азы. Но в любом случае рисование — это развитие, да, развитие моторики, начнем до самого начала моторики, развитие восприятие цвета, света, композиции, воображение, фантазия — это те важные моменты вообще в формировании личности каждого человека. Ну, возможно, как бы, когда в детстве маленькие дети ходят рисовать, да, дети, всегда родители, это одно. Они там все рисуют с удовольствием. Уже старшие, у нас народная изо-студия есть, да, руководитель Ольга Витальевна Гросс. Она, конечно, к ней ходят взрослые ребята, старшеклассники, которые, как правило, ну, вот я сейчас статистику не могу сказать, являются потом студентами Академии искусств. Они очень много, они готовятся, занимаются, серьезно работают. Поэтому разные виды и разные коллективы. Где-то совсем маленький ребенок, поэтому это он развивается себя. А где-то уже профессионально себя готовит. Художник, конечно, кстати, очень нужная профессия и востребованная. Например, есть предприятия, которые без художника просто не смогут существовать. Даже наша легкая промышленность, да? Да. Вот. Хотя ругают, конечно, да, вот зайдите в магазин и увидите, там, допустим, какое-то нашего предприятия текстильного, да, не все вам понравится, наверное, тоже из того, что выпускают. Ну, да, ну, все на любителя. Будут, да, и будут ругать и художника в том числе. Ну, знаете, как бы здесь какая-то поддержка должна быть со всех сторон. Ну, вот наш республиканский фестиваль, конкурс моды и фото,
который одной из задач, которая является поддержка молодых дизайнеров, и которые вообще у нас очень талантливые участники этого конкурса, они и международные стажировки получают, и в том числе, наверное, и в белорусских компаниях стажировки. Беллегпром работает с ними. Поэтому мы думаем, что это тоже влияние какое-то есть и на результат тех. И, даже, одежды, создают, да. и даже создают совместные коллекции. На предприятии «Светанок» была создана совместная коллекция вот с дизайнерами «Светанка» и с нашими молодыми дизайнерами, победители «Мельницы моды». Там молодежная коллекция была создана. Презентовали ее еще. Скажите, а какие творческие профессии, на ваш взгляд, не только востребованы сегодня, да, но и приносят хороший доход? Потому что я понимаю, что кто-то хочет отдать вот в те объединения по интересам, которые вот, станут ступенькой к профессии и достаточно такой и денежный в том числе. Да? Если с детства учиться что-то создавать на компьютере, то вполне возможно, что ты будешь много зарабатывать. А вот если ты рисуешь, танцуешь, лепишь что-то из глины, то как это может в жизни пригодиться? Да, отвечаю. Примеров много, есть примеры конкретные, но, наверное... Все профессии могут приносить хороший доход. Зависит еще от человека. Наверное. От их способностей и желания достигать вершин. Да, цели, вершин, абсолютно. Абсолютно все профессии могут принести хороший доход и заработок. Творческие. Очень много примеров. Вот в беседе прозвучало формирование личности. Вот наш педагог с большим стажем, наша слушательница позвонила и сказала, все-таки какая у вас сверхзадача? Вот в какую сверхзадачу от вашего центра, всех вот таких вот учреждений дополнительного образования? Вот уже говорили, видимо, помочь сформировать личность или вот как Дмитрий говорит, может, дать путевку как-то подтолкнуть жизнь. Вот такой конкретный вопрос, сверхзадача. Возможно, вместе ответить, что вам приносит радость от вашей работы? У нас есть такой девиз в учреждении, скажем так, он наш. Главное на свете – это наши дети. Поэтому это девиз такой, уже много лет он у нас, и мы делаем все для этого, чтобы и правда было и комфортно и детям, и педагогам. Для этого очень много делается и в нашем учреждении, и в плане материальном, и техническом, и, не знаю, и много делается, чтобы наши коллективы и костюмы очень красивые, музыкальные там, как фонограммы, это же все финансовое вложение, это очень важно. Ну, а вот сверхзадача, не знаю, но задача, она у нас всегда развивать и способствовать творческому развитию, способствуем в том или ином направлении. Спасибо вам, последнее, может быть, сверхзадача, чтобы блестели глаза наших детей, когда они слышали, например, любимую музыку, видели любимое произведение искусства, что-то делали на сцене, блестели глаза, чаще било сердце, и они становились счастливее. Добрее, да? И добрее. И добрее, да. Сегодня в нашей студии были супрацовники Национального центра мастерской творчести детей и молоди, наместник директора Катерина Кузьменко, мастерский керовник Надея Коршунова. Еще раз віншуем вас из премии, из юбилеем, які означается в этом году. Дякую. Актуальный микрофон. Аналитичная программа.